Всем привет! Я Родослов из группы Битула. За барабанами Родогор, лидер группы Нагоя. Мы сейчас усиленно репетируем, чтобы представить вам свои песни на концерте, посвященном 20-летию харьковской группы Torn Apart. Концерт пройдет 23 ноября в ЛФ-клубе. Приходите. Я предотвод полученной серии Metal TV. Сегодня я покажу тебе, купил себе приоритет Сенса 2018 года. Это так, просто делюсь. Вот, сегодня у меня много событий. Сегодня в выпуске я расскажу о посылке с Москвы, с подлейбла Кульмис Рекордс. Это подлейбл лейбла Реализм Продакшн. Вот. Получил 2019 года сплит. Тут диджей Колдун, Hey Wild Project и Angel is Dead. Ну вот потом увидишь. Также и сегодня также продал Freedom свой альбомчик Requiem и поменялся с одним альбомом Requiem на Эрих, с моим очень хорошим знакомым, это словом, проект Битула. Вот, все. И сегодня расскажу о издании, которое ты сейчас слышишь, в формате DVD. Вот. О подготовке к продаже, о афише на 23 ноября 2019 года. Подписывайся на канал. Пока-пока. Сегодня выпуск посвящен The Best альбому Torn Apart. Проект альбом Stone играет сейчас полностью. Это издание на культ Minis Records. Это афиша. Приходи 23 ноября 2015 года, клуб ЛФ, отпразднуем 20-летие. Вот. Так, это получил посылку от Реализм Продакшн Рекордс. Три экземпляра без диска. Это я сам купил коробки, сам купил диски, накатал, записал. Тираж 33 копии. Вот так выглядит издание. Вот. Один экземпляр это мой авторский. Эти два экземпляра на продажу выставлены. Выставлю, еще не выставил. Вот. Вот. Вот как это все выглядит, папа. На каждого по 50 гривен. Вот. Это я махнулся. Точнее, вот это я продал. Это Реквием 2000 года. Это мой проект One Man Project. Я когда писал вот этот альбом, это билет, кстати, человек купил. Билет купил и диск купил. Вот. Так выглядит издание. Ну, не знаю, интересно тебе. Интересно, ну я когда писал этот альбом, сводил, писал, не помню уже, на маяк, в каком-то двухкассетном маяке, который я потом раскуячил молотком, потому что он заебал меня. Вот, а сводил, наверное. Вот, вот этот альбом продал, и продал вот этот, 99-го года, альбом Реквием. Кстати, один экземпляр, я помню, подарил клавишнику Septic Flash, когда они приезжали к нам, я с ними выступал, кстати. Они выступали в клубе «Живот», я был с организатором группы Сива Сикс. Вот, это вот я подарил, подписал диск. Вот такой диск точно, да.
офигенно, блин, есть там есть тоже какой-то чувак, блин, какой-то там, я очень похож на него, я говорю, может, наоборот, вот, вообще-то я раньше начал играть, они говорят, да, мы курим, блин, чуть слышишь, раньше начал, да. Получается, он меня раньше услышал и такой, все такое, короче, вот. Вот это тоже, рубля 50 гривен, это, вот это, 30 гривен, это 50, да. Макс Дис, Дистер Компакт, Макс Дис, это вот. А это офигенное издание, я обменял на Эрих. Это дорогое издание, сейчас таких коробок хрен найдешь. Это Freedom проект, ой, нойзовый. Вот так он выглядит офигенно. Вот. Тут рука в крови. Вот. Видно, видно, вот, вот так вот выглядит. Офигенный horror noise, ритуальный, вот, вот такой выглядит обложка, охрененная, блин, вот это кровь, короче, лужа крови, море крови, можно сказать, это бешеный кот, озверевший человечины, вот, это адский, адский, сингл на минут 15, по-моему, блин, короче, да, где-то так. Офигенный, очень злой, очень раритетный. Вот. Так, с этим мы разобрались, да. Приходи 23 ноября на концерт, отметим 20-летие группы Torn Apart. Будут выступать Бентега. И так далее. Сейчас я буду делать вот такие вот кассеты на продажу. Там меня заказали, я тоже сейчас купил. Купили вот люди. Раз-два. Купили по 50 гривен кассеты продают. Вот еще. Раз, два, три, четыре. Вот тоже купили люди. Это я сейчас буду резать. И купили еще у меня. Дебютный альбом. Сейчас покажу. Вот, блин, фишка. Фишка упала, падла. Куда ты упала, падла? Вот. Всякие христианские ублюдки сказали бы, это знак свыше, блядь. Идите и пейте, сука, в очко со своим Иисусом, блядь. Вот. Короче, вот, афиша, блядь. Что-то она не хочет видеть, стоять, папа. Ладно, сюда приду, блядь. Конченая херня, блядь, какая-то. Ну, это понятно, это ж не картон, а бумага обычная. Ну, как необычная, 170, по-моему, была. Что-то она падает, короче. Ну, ладно, короче, не важно. Вот. И 9. И купили 9 кассет. Вот, 9 кассет купили. Metal Necroticism. Вот так вылетят кассеты. Вот, это дебютный альбом Torn Apart 2000 года. Вот, сейчас я это все порежу, разрежу и отправлю. Ну, сегодня. А, сегодня, да, или завтра утром, да, посмотрим. Сегодня, если успею, на новую почту, да. А, уже не успею, да, уже поздно. И вот еще второй альбом, Патогенный эгоизм, тоже купили 9 кассет. Каждая по 50 гривен. Вот так выглядит. Так выглядит обложки. Вот. Продолжение истории о Torn Apart. Ты сможешь прочитать, вступив в мою группу на Facebook, ссылка под видео. Закрытая группа Torn Apart. А альбоме Storm. Это The Best альбом. Можно сказать, за 20 лет это самый The Best альбом. Вот этот альбом The Best, можно сказать, да. Самый забестовый альбом за всю историю группы, я так, ну, я так считаю. Вот,
есть еще альбомчик. Я уже придумал три новые песни в стиле death metal, такой жесткий. Вот. Ну, это в 2020 году выйдет, надо барабанщика найти. Вот, басист есть, я гитарист. Соло гитарист тогда еще можно будет, надо найти. Вокалист есть, скриповый, правда. Ну, может быть, куда-то этого пригласим. Посмотрим. Есть варианты. Вот, это самое. И сдам в 2020 году, запишу на студии, конечно, уже профессионально, не дома. Вот, так сказать, и то будет, может быть, конкурирующий альбом с этим даже, может быть, даже так. Ну все, переходи по ссылочке внизу на мою страничку на Facebook, если хочешь мне купить кассеты. Максим Вехал, вот. И либо вступай в группу Той Напарт, тоже ссылочка внизу. И читай продолжение, главу номер 4. О, ИПшники Stone. The best album. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. Приходи на концерт 23 ноября 2019 года. Приедет группа с Киева, Бентега, с трэш-металом офигенным. Кстати, можешь зайти на их страничку, и там будет видеоприглашение. Фарио Джем, это металкор харьковский, офигенный, они представят новые песни. Видеоприглашение тоже у них есть. Той Напарт, я вот приглашение даю от Той Напарт, да. Это мой проект, 20 лет назад его организовал. Это Хивайт, Black Metal тоже мой проект. Тоже я видеопрезентацию вот делаю, приглашаю тебя от этих двух проектов. Раз, два, приходи. И Бетула тоже сделает свое видеоприглашение. Вот. Возможно, даже после этого видео будет их видеоприглашение у меня на канале. Все, пока-пока.